Во всей земле, на все просторы. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес! Во дворце ветеранов многолюдно. В пасхальную неделю традиционно проходят праздничный концерт и торжественная встреча для людей с ограниченными возможностями здоровья. Коллективы дворца ветеранов подготовили красивую и впечатляющую программу. Номера посвящены светлому празднику Пасхи. После наших мероприятий, после наших теплых, душевных, творческих встреч и настроение у людей повышается, и какое-то мироощущение, и приходит понимание, что действительно есть вера, есть любовь. Поздравления священника и напутствие особо ценны в эти дни. Самое главное – это любовь к ближнему, любовь с тем, кто рядом, и поделиться тем, что ты имеешь – хорошим настроением, хорошими улыбками и хорошими рецептами. После концерта состоялась презентация на тему Пасхи. Каждый участник представил свою вариацию праздничного стола к великому празднику. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Константин Головин. События.